Дендропарк в национальном заповеднике Хортица пополнился новыми деревьями. Акция по высадке саженцев прошла в рамках акции «100 добрых дел», организованной украинскими скаутами. Дендропарк на острове Хортица пока далек от настоящего парка отдыха, но тем не менее количество деревьев и разнообразие видов здесь увеличивается из года в год. Этот дендропарк в свое время был заложен основоположником, собственно говоря, украинского ландшафта Леонидом Рубцовым. Вот. Ну и мы решили продолжить его дело, скажем так, вот, потихонечку расширять эту парковую зону. Какие деревья высаживаются? Вот. В основном высаживаются деревья, которые свойственны природе острова Хортица. То есть это липа, это рябина, это клены разных видов. Это кустарники, там берючина, сирень и прочее. Сегодня мы высаживаем порядка 150 сеянцев дуба, черещатого и красного. Красный дуб это, ну, считается канадский вид, в принципе, не свойственный нашим насаждениям. Но так как это дендропарк, мы посчитали, что это возможно для того, чтобы хотя бы разнообразить породный состав. Акцию по высадке деревьев заповеднику предложила областная организация скаутов Украины, которая отпраздновала в этом году 5 лет. По Украине проходит акция «100 добрых дел для Украины». И каждый, вот у нас 15 осередков по Украине, каждый писал программы, что они могут хорошего сделать для нашей страны. Эта акция носит как и гражданский характер, так и патриотический. Мы вот написали, у нас большой город с заводами, и он, как никто, нуждается в озеленении. Тут я стаю справжнім людиною. Я тут можу серед гарних людей можу навчитися багато цікавого. Тому тут я збагачуюся духовним багатством. У нашому місті дуже багато заводів. А як усім відомо, дерева – це легені нашої землі. Тому ми повинні відчистити наше повітря від брудних газів. В дальнейших планах розвитку дендропарка на заповеднике також предусмотрена висадка нових кустарників і саженців. Правда, тепер уже в следующем году.